Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас в солнечной Падуе. Сегодня очень и очень красивый стрит-стайл, потому что это стрит-стайл воскресного дня. И как я много раз рассказывала, здесь воскресенье, здесь, то есть в Италии, принято наряжаться, принято выходить на прогулки, принято проводить время на улице, тем более, когда погода действительно позволяет. Посмотрите на эту героиню стрит-стайла, она очень классно одета, и я пыталась заснять ее лицо для того, чтобы показать, что она того же возраста, что ее подруги, с которыми она разговаривает. Посмотрите, как молодо выглядит эта сеньора. Она выглядит так молодо за счет, конечно же, молодежной одежды. Мы видим принт милитари, мы видим совершенно точно современный силуэт, молодежный силуэт, как бы мы могли сказать. И у нее длинные волосы. Я не устаю обращать внимание на то, что длинные волосы в хорошем состоянии, они очень и очень молодят любую из нас. Посмотрите, как интересно одета эта девушка. На ней шуба фиолетового цвета, укороченный рукав и трикотаж в цвет. И это пример замкнутого образа, потому что сумка сочетается с верхней одеждой. Но в этом образе интересно также то, что шуба из искусственного меха, она, скорее всего, очень и очень недорогая. Но обувь у девушки очень дорогая, потому что это ботинки Louis Vuitton.
И это наглядный, достойный пример того, как можно миксовать дорогие вещи, дорогую обувь, либо дорогие аксессуары и действительно недорогую одежду. Витрина очень сильно засвечена, и не удалось мне показать в деталях то, что я хотела, а именно сумки. Вот на таких съемных ремнях я много раз обращала внимание, что съемные цветные ремни, они здесь в Италии популярны, но я также обратила внимание, что очень и очень популярны сумки с бахромой. Это магазин какого-то нашего местного производства, но и сумки с бахромой, которые были куплены, возможно, где-то в другом месте, тоже популярны. Я часто вижу их на итальянках. И вообще могу сказать, что бахрома итальянками совершенно точно любима. В одном из прошлых видео я говорила, что коричневый плюс коричневый вот такого светлого оттенка очень-очень хорошо сочетается. И это тот образ, который я имела в виду, просто не смогла его найти для того видео. Посмотрите, как красиво, когда даже обувь коричневого цвета. И если сумка тоже коричневого цвета, вот что называется тон в тон, я видела несколько примеров таких на стрит-стайле, один из них был в Венеции. Это очень-очень изысканный образ, очень-очень красивый. При этом этот цвет хорошо смотрится, что в спортивной стилистике, то есть если мы одеты более спортивно, но и также отлично смотрится, если мы выбираем классику и элегантность. Для меня этот образ – это образ классической итальянки. Посмотрите, наличие укладки, блонд. Итальянки очень любят блондинистые волосы у себя. Это кроссбэк, который очень популярен на данный момент. Это белое пальто, сочетается, которое прекрасно именно с кожаными брюками любого фасона. На мой взгляд, очень-очень красиво и очень-очень легко повторить подобный ансамбль, повторить подобный образ. Дорогие зрители, пусть для вас не будет секретом, что этот стрит-стайл я сняла примерно неделю назад, до того, как были зафиксированы случаи коронавируса в Италии. Как обстоят дела сегодня, воскресенье, сегодня в Падуе, я, если честно, не знаю, потому что сегодня у нас туман, и мы решили с детьми не ехать, просто потому что погода не соответствует хорошей, классной, комфортной прогулке. Будем все надеяться на лучшее. По традиции я желаю своим зрителям солнечной весны и желаю также, конечно же, здоровья. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Дашь ручку мне? Зарим, хорошо.